Приветствую всех, меня зовут Екатерина, вы находитесь на канале «Райская жизнь на Канарах». Сегодня, как вы догадались уже по заставке к видео, речь пойдет о моих личных предпочтениях, о том, что мне нравится в Испании. Буду говорить исключительно исходя из своего видения той актуальной ситуации, которую я наблюдаю, поэтому если вы в чем-то со мной не согласны, либо у вас есть желание что-то добавить к тому, что я сказала, пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению этой темы в комментариях. В этом видео, конечно же, я не обойдусь без сравнения с тем, что происходит сейчас в Российской Федерации, в частности, на Дальнем Востоке. Это то место, откуда я родом. Привет всем хабаровчанам, кстати. Все, что сейчас я переживаю, все, что я сейчас наблюдаю в Испании, я, можно сказать, ежедневно сравниваю с тем, безусловно, бесценным опытом, который я получила. Сейчас, находясь в январе, я поставлю этот пунктик на первое место. Как вы видите, я нахожусь на открытом воздухе, можно сказать, без верхней одежды, в этом легком летнем платьишке. Да, это то, из-за чего переезжает большинство иммигрантов в Испанию. Это климатический фактор. Это то, что мне необыкновенно нравится в Испании. Это то, от чего я ежедневно кайфую. Я могу положить руку на сердце и сказать вам, что это именно так. И то, что в Испании великолепный климат, а на Канарах это райский климат, со мной не отважится поспорить в этом вопросе даже сами испанцы, которые живут в Мадриде, в северных провинциях. Все они мечтают оказаться здесь хотя бы раз в жизни, побывать здесь в отпуске, а на пенсии приобрести вторую резиденцию и зажить здесь 12 месяцев в году в лете. И сейчас все те, которые смотрят меня, не находясь в Ахе, в Южно-Сахалинске, в Комсомольске-на-Амуре, например, в Сочи, например, в Краснодаре, могут не согласиться со мною и сказать, да на самом деле все не так, как ты рисуешь в этих видео, рассказывая про то, что вот в Испании великолепный климат и нигде больше. Да, ребята, вы редкие счастливчики, проживающие на территории страны, на территории с вот таким вот жестким климатом, который ежедневно проверяет всех на прочность, живущих на Дальнем Востоке, Сибири, за Уралом. Я приверженец идеи о том, что мы на этой планете Земля единственную свою жизнь неповторимую должны прожить, не страдая. То есть это, можно сказать, какой-то гедонистический подход. Да, я считаю, что каждый имеет право на свою райскую жизнь, и поэтому, если вы в состоянии, если вы в силах, если у вас позволяют ресурсы, самое главное, денежный ресурс, переехать, вы не страдайте, вы не мучайтесь, потому что на самом деле жизнь протекает так быстро, что можно прожить все свои 50, 60, 70 лет, кому сколько отмерено, и, как говорится, на смертном одре пожалеть о бесцельно прожитых днях. Здесь, в Испании, мне не чужды такие простые земные и душевные радости, как съесть хороший мясной стейк и запить качественным испанским вином. Казалось бы, ну и чего здесь особенного? Ребята, а вы попейте подкрашенное, ароматизированное вино в кавычках. На самом деле это непонятная жидкость или бурда в Краснодарском крае. Поешьте резиновой гормональной свинины, привезенной из соседнего Китая. Качество продуктов в Испании, алкоголя, их безопасность и экологичность – это то, что я ставлю в своем списке на второе почетное место. Это то, что мне очень и очень нравится в Испании. И не только мне. Сама гастрономическая культура, уважение к времени приема пищи – это то, что большинству из вас, смотрящих меня, к сожалению, незнакомо. Сравните, у нас на обед в лучшем случае отводится один час, когда наши люди успевают и в банк заскочить, и в магазин. А на работе – ах, перекушу принесенным бутербродом. Я это проходила на собственной шкуре. Здесь, в Испании, я вам скажу так, на обед отводится не менее 2 часов, в лучшем случае это 3 часа. Здесь очень развито такое явление, как меню дель диа. Это полноценный обед из 2 блюд и десерта, который стоит вполне себе не космических денег, от 10 евро до 15, в зависимости от уровня заведения. То есть здесь вся эта обстановка располагает к комфортному потреблению пищи, не в попыхах. Здесь очень развит концепт slow food, то есть это медленная еда, это наслаждение вкусами, наслаждение обстановкой, в которой вы употребляете пищу. В Испании солнышко припекает, вкусное вино, ароматное мясо. Что еще нужно для счастья? Правильно, свое жилье.
И я вам хочу сказать, исходя из своего опыта, то, что меня приятно удивило и приятно удивляет всех окружающих, всех моих друзей и знакомых, которые эмигрируют в Испанию, это ипотека по-испански. Это просто, быстро, не заморочено. В Испании купить жилье намного выгоднее, чем снимать его. И насколько я знаю, по Российской Федерации те, кто взяли ипотеку, конечно, не на скромную однушку, платят больше, чем за съем. И живут в постоянном стрессе. Большинство из вас говорит «зато свое». Хотя свое можно взять в кавычки. Конечно, банки ориентируются на невысокую продолжительность жизни, плюс процентная ставка или стоимость денег никогда не отличалась своей гуманностью. Ни при алкаше Ельцине, ни при хранителе скрепов. Не так давно в своих социальных сетях я писала пост про чувство защищенности, которое я обрела в Испании. Это мне очень и очень нравится, потому что это чувство защищенности, считай безопасности, это то, чем не отличаются наши СНГшное пространство, где каждая вторая женщина за свою жизнь испытывала эпизод насилия. Сейчас, конечно, мне начнут как мужчины писать злобную критику, так и женщины с эдаким хроническим стокгольмским синдромом. Дескать, что это мой печальный опыт, когда я описывала, что в школе меня систематически сбивали мальчишки, а в первом браке я подвергалась просто жесткой не то что критике, а оскорбления мужа, поэтому да, действительно, это мой печальный опыт, но я в этом не одинока. Очень многие женщины, подписанные на меня, делятся и в сообщениях, в личных сообщениях, в директе, что эта тема, тема насилия над женщиной в разных ее формах, она уже укоренилась у нас в Украине, в России, в Белоруссии на уровне привычки. Многие ее даже просто не замечают. Наши женщины, вы согласитесь, привыкли жаловаться подругам, маме, но не выносить ссор из избы. Очень многие терпят, потому что это терпение, быть терпиловой, это у нас заложено с молоком матери. Потому что в школе мы предпочитаем не жаловаться, когда нас называют вначале прыщавой, жирной, дылдой. Потом нас просто морщат, когда по причине критических дней мы не можем присутствовать на уроках физкультуры. Далее мы вырастаем и уже от родного, любимого человека, прежде всего от мужа, потом от начальника, коллег, мы слышим на какое-то элементарное возражение: у тебя что, критические дни сегодня? То есть это тема, которая вызывает лично у меня сейчас дрожь по коже. У вас, смотрящих меня, это вроде бы как за между прочим сказать такое женщине. А ведь даже в том, что в Российской Федерации, в Украине, в Беларуси, когда на собеседование, на соискание должности приходят мужчина и женщина, молодую женщину, как правило, не возьмут, потому что она потенциально может забеременеть. В большинстве семей, когда у нас женщины иногда зарабатывают больше своих мужчин, ко всем котлетам, уборкам, подгузникам, они еще и должны терпеть этого кухонного боксера в своем доме. Вся эта обстановка дискриминации, назовем вещи своими именами, ведь это дискриминация, смешанная с насилием физическим, психологическим, это небо и земля с тем, как живут женщины в Испании. Кстати, обратите внимание, на моем канале недавно вышло видео про то, как живут женщины в Испании. Ссылку я закреплю в комментариях. Пожалуйста, все неравнодушные к этой теме люди, особенно женщины, посмотрите его, чтобы понять, в каком измерении вы находитесь. И, уважаемые мои зрители, мужчины, подписчики, вы уж немного потерпите, потому что этот следующий пункт я тоже снова посвящу женщинам. Здесь, в Испании, мне очень нравится восприятие возраста. Но этот пунктик снова заставляет меня взяться за голову и посочувствовать вам, женщинам СНГ, которые проживают свою жизнь на этом пространстве, ну, какой-то ненависти, знаете, в большинстве случаев. Здесь, в Испании, никому в голову не придет ни как женщинам, ни так мужчинам назвать вас, например, старой русалкой, старым бегемотом. Критика идет не конструктивная, а обращается сразу к внешности, к возрасту. То есть здесь, в Испании, изначально у мужчин нет цели морщить женщину за возраст. Никто вас не будет называть вначале до 10 лет, до 15 целкой, потом девкой или тёлкой и дальше старухой. То есть то, что у нас после 25 лет любая девушка превращается непонятно в кого, то есть не ликвид, либо второй сорт, не брак,
Здесь в Испании, ребята, такого вообще, ну, не существует. Такая дискриминация возрастная отсутствует. И мне это очень нравится. И это то, из-за чего я всем холостячкам, находящимся в Белоруссии, в Казахстане, в Украине, советую переезжать в Испанию. В Испании мне очень нравится то, что люди работают, чтобы жить, а не наоборот. Жить, чтобы работать, это, скорее всего, про наши страны, где большинство людей превращаются, по сути, в рабов режима. Ведь речь идет о том, что это грошовая зарплата в пересчете на рабочие часы. Это невозможность откладывать, это невозможность планировать свой отпуск. Когда вы должны выбирать, купить вам шубу, купить кроссовки ребенку, заплатить за учебники, либо поклеить обои в комнате. То есть у нас большинство населения, я смотрю по своим знакомым в России, они до сих пор продолжают маневрировать в своих расходах, выбирая все, кроме отпуска. Даже по своей стране у большинства населения не хватает финансовых средств, потому что люди буквально выживают. У 72% населения, я недавно заглянула в статистику по Российской Федерации, отсутствует загранпаспорт. Людям, по сути, и незачем получать этот загранпаспорт, потому что нет денег, чтобы поехать даже в райцентр и провести конец недели, может быть, пойдя в кино, либо посетив какой-то ресторан со своей женой и ребенком. А вообще у нас закрепилась такая привычка, как у начальников, так и у работников, их подчиненных, что отпуск нужно просить, отпуск нужно вымаливать, ждать, когда начальник разрешит уйти, когда он позволит, как какой-то барин. Я наблюдаю это по своей родне, то есть все взоры устремлены на начальника, и право на отпуск, оно хоть и закреплено у нас в Конституции, но оно по сути отсутствует. И так проходят месяцы, годы, так у многих проходит жизнь. В Испании мне нравится то, что войну я могу назвать войной, а президента с его командой я могу назвать шайкой-лейкой. Здесь существует как свобода слова, так и оппозиционные партии, которые могут проводить шествия, митинги, у которых есть свои издания, телевизионные каналы. И когда, вы знаете, собираются какие-то демонстрации, недовольных с каким-то законом, то полиция их охраняет. Может быть, от ДТП, может быть, от сторонников других партий. То есть сравните, полиция не сажает в тюрьму с отбитыми почками, с разорванными от пыток анусами. То, что уже превратилось в норму в наших странах. В Испании мне очень нравится, что люди четко понимают, независимо от воспитания, от образования, от уровня, от доходов, что президент – это нанятый менеджер, который выиграл на выборах, у которого есть срок. Когда будут выборы, если кто-то не согласен, большинство тем более, то может поменять одного менеджера на другого, сменить его команду. Люди четко знают, что президент – это не вождь, это не батька, это не хранитель скрепов. Ребята, в Испании мне очень нравится, что каждый выполняет свою работу. Медики, врачи, пусть худо-бедно, я их критикую здесь, но они лечат. Они не так, как моя мама, например, главный врач, гинеколог-эндокринолог, на последнем месте работы, когда она устроилась в приемный покой городской больницы в городе Биробиджане, городу Биробиджану, кстати, привет, то особенно зимой к ней поступали бомжихи, грязные, вонючие, которые она, еще раз повторюсь, в бывшем главный врач, была вынуждена принимать, потому что негде им было помыться, негде им было спать, особенно в морозные ночи. Понятное дело, что по-человечески, по медицинским соображениям, потому что это все-таки человек, который давал клятву Гиппократа, она была обязана помочь. Но согласитесь, ведь это не работа, это не дело врачей, это дело социальных служб. Заботиться о том, чтобы люди не замерзали на улицах, заботиться о том, чтобы у каждого был свой кров, опять же, согласно Конституции. То же самое можно сказать и про профессиональных военных. То есть, когда речь идет о защите государственных границ, я уж не говорю про нападение, это вообще в Европе немыслимо, то здесь, в Испании, эту работу выполняют профессиональные военные. Даже в страшном сне я не могу представить такую нелепую ситуацию, когда в почтовый ящик придет какая-то бумажулька, что моего мужа призовут, чтобы захватывать земли, например, соседней Португалии. То есть, это в Испании немыслимо. Конечно, как и в любой другой
другой стране, в любой другой точке земного шара, в Испании есть свои минусы, пункты, которые мне не нравятся. И давайте договоримся так, если вы поставите этому видео 300 лайков, то я обязательно сниму видео, в котором поделюсь с вами своими впечатлениями, как инсайдер со стажем, какие моменты в этой жизни при переезде могут вас разочаровать. А вообще я попрошу вас подписаться на мой канал, чтобы замотивировать меня на съемку дальнейших репортажей о реальной жизни в Испании. С вами была Екатерина, всего хорошего и hasta pronto!